по меньшей мере 13 человек погибли в результате нападений талибов в Афганистане во время проведения президентских выборов. Среди жертв 7 детей, как минимум 23 получили ранения. Атакам подверглись избирательные участки ряда провинций и города Джалалабад на востоке страны. Напомню, в Афганистане сегодня выбирают президента. Там прошел второй тур голосования. На высокий пост претендуют два кандидата. Экс-глава внешнеполитического ведомства Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани Ахмадзай.